Ну что, поставил я лебедку, заменил трос, намотал. Все выглядит это вот так. Плюс ко всему прочему я еще поставил пульт ДУ. Соответственно, пульт ДУ я поставил в варновске родной. Значит, кому интересно, на варновском пульте зеленый к зеленому синему, а оранжевый вот к этому проводу подключается. Соответственно, плюс сюда подается. На удивление, без минуса все работает, без черного провода. То есть блок варновский, выглядит он вот так. Значит, здесь силовой провод плюсовой, антенна. Вот этот оранжевый как раз кинул я на вторую часть, которая идет от пульта на руле. Зеленый к зеленому. Вот, собственно, все подключение. Дальше уже просто буду думать, куда этот блок поставить. А на руле это выглядит вот так. Вот, сейчас дальше буду что делать? Что дальше буду делать? Дальше буду, соответственно, пульт ставить новый. Купил вот так вот, он выглядит весь внутри. Навье. Переключается все. Чики-пуки. Все работает. Но в целом как-то так. Дальше хочу пробежаться. Уже в следующем, значит, что? Масло в коробке заменил. Масло в редукторе заднем заменил. Везде хорошее масло было. Все это перепроверил. Ну, не без подтеков, конечно же. Но в целом вот как есть. Так, сюда подвинуть надо будет. Вот так это все выглядит. Вот эту часть я уже закрепил. По сути, все сделал. Колеса накинул. Все, теперь люфты какие-то все пропали, все исчезло, все стало чики-пуки. Вот это чудо я не заметил.